Всем привет, вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию супер спасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем Скали Милана и Платина. И Платина. Они в меня верят, и в то же время не верят, я будто бы бог. И для меня твой успех, это не успех, это два скролла в ТикТок. То, как я бегу за бабками, у меня где-то примерно пять ног. То, как я бегу за бабками, у меня где-то примерно пять ног. Мы украдем твоего маленького ребенка, он будет как живой щит. У меня 2 миллиона ветровки, прям шай. Ну что, друзья, скажу. Вот маленький Скали Милана, синеглазый. Ребятки, ну что я могу сказать? Голос у него красивый, ребятки, хорошо он поет. Музыка такая необычная, космическая, ребятки. Ну, текст вы сами понимаете. Он поет то, что он думает. Неадекватик. Да. Вот он думает, что-то, например, поет он текст, да, вот текст пишет, да. Что ему взбрело в голову, то он написал, ребятки. А потом под нее музыку, наверное, я так думаю. Он говорит, так, ну, альбом надо делать. Да, да. Текст я, конечно, писать не буду. Да. Он просто что на ходу сочиняет. Вспоминает, что он думает, то он и пишет, ребятки. Подряд все лепит. Да, подряд. Ну, попозже по-другому будет, конечно, ребятки. Не похуй, это же ванши. Ты меня знаешь, могу тебя лёгнуть, приехать на похороны почти. Не говори ничего, ты меня привлекаешь больше, когда ты молчишь. Они мне говорят то, что эффект, но мне похуй, ведь мои губы реальны. Да, поебану, типу, я чуть не попал в приватный ТГ-канал. У него даже не будет могилы и гроба, мы кинем его в канаву. Я убью каждого, без моря, кто кидает для хули, выбитый в телеграме. Я попаду в пули, прям топую, потом куплю скакалку. Она дает выебать прямо в жопу, ведь она увидела галку. Молодший друг, умер Бенджамин Франклин. Мои деньги, мутят деньги. Мои девки и бутылок. Мои деньги, мутят деньги. Так, ребятки, второй голос пошел. Второй неадекватик. Да, второй пошел. Видите, тоже. Ладно, хоть про деньги говорят, а то они еще хуже говорят, ребятки. Тоже, что придумал, так, на скаку, на бегу, ребятки, то и пишет. Музыку под этот трек написали. Ну, музыка неплохая, кстати. Мои девки и бутылок. Я боль, как они не могут отдалабить. Я делаю эту бумагу, как будто я принц. Болезнь на мне овесай, секунду на вес. Произношу ту самую, но она хоть приснилась. Я боль, пока я могу, я этим делаю вес. Продаю свое дерьмо под видом треков. Ноги продали душу, нихуя нет. Мозги продали жопу, это же ценность. Сколько ты стоишь? Ты умеешь дорого. Ты говоришь, изменится платье, это уже, наверное, лет 25, наверное, 27. Что-то он не меняется, нифига. Ну, там он хочет завуалировать нет, слова. Нет, по-моему, у Платина в начале-то по тексту даже получше были. Так, ребятки, что скажу вот я? Голос у него неплохой. У двоих. Да, у обоих. Неплохие голоса. Музыку неплохую пишет, ребятки. Танцевать может такая, знаете, немножко космическая такая, электронная музыка, ребятки. Текст, ребятки, бред. Ну, бред, ребятки. Что придумали, то и сказали. Ну, я думаю, скоро... Не знаю, когда скоро. И они и так-то не маленькие, им там уже сколько лет. Они же... Скоро, им уже за 18. Нет. Ребятки, все равно не будут такие тексты разрешать. Не будут, мне кажется. Ну, здесь-то ничего плохого не было такого уж. Просто бессмыслица. Ну, наверное, что-то надо другое дописать. Ну, что-то другое. Ну, не то, что ты вот подумал, да, и написал. Ну, это же нехорошо. Ребят, давайте прекращаем. Давайте чуть-чуть посерьезнее текст. Пусть о любви будет. Ну, пишите о любви. Ну, красивыми словами, ребятки. У нас такой богатый русский язык, ребят. Да? Ну, а так я к вам неплохо отношусь, потому что я вас слушаю. Вы мальчишки веселые, неплохие, поете хорошо, ребятки, стараетесь. Ну, давайте, ребятки, адекватнее немножко текст. Пока, друзья.